and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC featherweight division. One loss, one draw. He stands 6'2" 1.5" tall, weighing in at 145 1.5". One time. And now, introducing his opponent. Oh, he stands 5'9" tall, weighing in at 145 1.5". Fighting Gordon! And when the action begins, our referee in charge, Джерем Белло. Поехали, Чарльз Жордан против Шона Вудсона. Обращаем ваше внимание на габариты Шона для этой весовой категории. Ну, прям. Смотрим, как Чарльз Жордан будет загребущие этим... руки, да? Да. Ну, кстати, исходя из того, что... В правой стороне стойки действует Чарльз. Ну, джебом старается атаковать Вудс. Обрати внимание, как так необычно финтит. Финтит, да? Руками Вудсон. Раздергивает. Не очень активное начало. Парни долго запрягают, но старается работать по ногам Жордана. Это правильно. Дотягивается Вудсон. Разумеется. Понятно, что идти на удары тоже перспектива так себе. Здесь, конечно, необходимо, может быть, использовать сдвоенный джеб. Лететь не нужно при этом. Нужно ногами выдавливать соперника к сетке. Вот как сейчас. И здесь уже пытаться атаковать. Хорошая защита от Шона. Видите, руками. Может быть, в каком-то смысле это и психологическое оружие. Так, раздражать соперника. Да, но это его стиль. Это его стиль. У него есть нокаут от удара по печени с сильнейшей левой руки, когда она становится таковой. Так что этого, конечно, нужно опасаться Чарльзу тоже. Все очень осторожно, крайне выверенно. Вот здесь здорово попал Вудсон с правой руки. В лоб. И ему эта поддержка сейчас крайне необходима, потому что пока далеко не все у него получается. Тем более, посмотрите, он как-то остается в полупозиции, застревает. Работа передней рукой у Вудсона, но тут удалось Жордену сблизиться, и прошла у него неплохая атака из нескольких ударов. Но хорошо. Снова... Не самые классические, да, не самые такие очевидные, скажем, но при этом достаточно эффективные. Очень нетипичный, очень такой неклассический боец Шон. И от этого, соответственно, неудобный. Жордан с разворота пытается бить. Смахивает последствия удара, в кавычках. Действия соперника он легко считывает, что никакой угрозы они для него не несут. Авантюрно, безусловно, да. Но... Такие маленькие шалости, они... Потому что если ты работаешь... Только добавляет колорит. Да, если ты работаешь, как Израиль Адесанья против Йоэля Ромеро, например, не опасно. Подхватывает Жордан. Но 20 рискуя секунд. Рискуя очень сильно. Пропускает удары. Хороший Вудсон. И колено, и боковой тут же выбрасывает Вудсон. Отходит на безопасную дистанцию. Раунд завершен. Говорили сейчас Чарльзу Жордану, чтобы тот не торопился, который пока что дистанцию чувствует гораздо лучше. Ну и что, начинается у нас второй раунд, и снова бежит вперед своими руками. Да, опять же, стиль богомола, да? Да, очень интересно это все выглядит. Он действует так, как должно, заходя к более высокому сопернику через туловище, через корпус. Вот благо, что там до головы, который отрабатывает, смещается не назад, по сторонам. И я жду, конечно, от Вудсона еще одно встречное кого. И я думаю, что здесь вполне Вудсон может подловить оппонента на этом. Подшагивает. Любопытно, как себя будет чувствовать в этой ситуации. Да, кстати, Чарльз. У Шона неплохая боксерская база. Он начинал и боксом. Попытался проверить с дальней левой руки. Еще одна двойка, но все по защите. Чарльз меняет стойку. Барьер, который перед ним выставляет Шон Вудсон, просто какие-то магические пасы выполняет сейчас он. Не пошел вперед Жордан. Ну и давайте посмотрим, что здесь предпримет канадец, как он будет работать. Пока что ногу Чарльз Жордан не отпускает. Ну, мы видим, что Шон абсолютно без паники обороняет себя. Хорошает просто Вудсон. И удары при этом наносит. Да, одновременно. Всем видом показывает, что действия соперника его, мягко говоря, не впечатляют. Может быть, с Дэниелом Кормье пообщаться. Благо, что он рядышком там.
разворотом достает Жарден. Оттягивается своими ударами. Без подготовки. Жарден. Летит на соперника. Вот опять же, здесь можно попробовать сдвоенный джеб. Пока что категорически не достает Жарден. Очень хорошее чувство дистанции демонстрирует Шон. Вот опять же, мало обладает дистанцией, не получилось, и вовремя грамотно выходит. По корпусу пробивает Жарден, но, мне кажется, метил в голову просто из-за того, что невероятно дистанцию. Чарльз Жарден. Минуту еще работать во втором раунде. Атака коленом в бедро. Но вот это шанс делать необходимо. Колено в корпус бросает. Не говорю, что Жарден прям гарантированно этот раунд проигрывает, да, хотя очень похоже. Ух, ничего себе, прыжки, это что, да, за ниндзюцу. Пытался атаковать Чарльз Жарден. Яркая. 10 секунд. По-прежнему все очень близко. Неплохо. Ну, пока ничего не ясно, честно говоря. И даже в эти последние... Put your feet on the ice. Listen, one more round. Go, you can say it. Jab, he's throwing the low kick. Just jab and slide out of the way. Spin the whole round, just jab and sliding out of the way. Jab and sliding out of the way. You'll win the whole... You're killing his leg. Ему рассказывают, что когда ты давишь соперника, он ничего сделать не может. И все, что у него есть, это его джеб. А как раз, кстати говоря, Чарльзу и говорили, что продолжай работать. Как воплотят жизнь на, те наставления от угловых, Вудсон и Жарден, в ответ на то, что ему говорят секунданты, выходят на следующий раунд и продолжают делать то же самое. Но умение слышать и слушать свой угол, это... Чуть поактивнее стал действовать первым номером Чарльз. Идет в правую сторону. Колено в корпус бросает. Плохо, вот здесь здорово, посмотрите, как защищается. Пытался выбрасывать Чарльз Жарден. По защите много попадает Чарльз Жарден. Ну и что, будет борьба? Сосвалить так, прихватил, по-моему, сеточку на какое-то время Чарльз Жарден. Разворачивается канадец. Конечно же, потому что таких моментов в бою было немного. И дальше идет, забирает корпус. И в обе ноги. Как у оппонента. Вот интересно, Вудсон попробует ли себя здесь в тайском клинче, опять же, с таким ростом, при наличии, как к стене, очень правильная стратегия, чтобы не дать оппоненту шанса на отходной маневр. Шибить по туловищу, по ногам работать. Опять внутренний лоу. Выбрасывает Жарден. Вот, кстати, полраунда прошли. Живот на голову переводил Жарден. То те удары, которые он выпускает, по большей части идут... Вот сейчас, правда, было точно. Прыжки атаковать. Чарльз Жарден просто рассек воздух. Тем не менее, не бросает он. Как раз в холостую с разворота выбрасывал эти удары. Ну вот это очень опасно, да, Вадим? Мы сколько раз видели с тобой вперед. То есть здесь надо, конечно... Очень осмотрительно действует. Хорошо снизу сейчас зарядил Вудсон. Сближает. Баланс, который есть у Вудсона, и очень сложно его свалить, даже когда он на одной ноге стоит. Ну там вот наступает очень важный момент поединка. Да, много старания у Жардена. Понятно, что ему крайне трудно, Шона Вудсона, просто тяжело к нему подобраться. Но Жарден, тем не менее, до конца боя. Вот сейчас попытка Вудсона перехватить инициативу и контроль. И берет на гильотину. Неужто? Нет, захват не очень плотный вроде бы здесь. Скорее всего, шею освободит. Несколько ударов Шон Вудсон. Ну, что тут скажешь? Вряд ли этот поединок станет боем вечера. Особенно это очевидно, но все же такое встречное старание, желание, оно было. Как-то он уверовал в то, что предыдущие два он забрал, и поэтому работал больше от соперника, стараясь излишне не рисковать. Чувство дистанции, большое преимущество для нейрочагов и умение использовать этот перевес. Но действовал Шон осмотрительно. И... Нам показывают цифры. Ждем вердикт. Видимо. Ну что, раздельное решение или единогласное? Интересно.
29-28, Джордейн. Да, ты прав. Дерек клирли скорит контест. Все-таки сплит. 29-28, Шон! Да, Шон. Все-таки Чарльз Джордейн одерживает Джордейн победу. Вот это, вот, Вадим, это Шон Вудсон возмущается. Guys, Sean Woodson won the fight. Так. Кормье говорит, что Шон выиграл. Нет, все-таки, значит, доработал. И нас запутали тоже.